Откройте мир ваших самых смелых грез. Откройте Atari. Это такие шедевры для игровых автоматов, как Santapin, Tempest и Астероиды, которые веселят вас, заводят вас, зажигают вас, как ничто другое. Откройте мир игр для домашней игровой системы Atari, таких как Space Invaders, Missile Command и Warlords. Откройте по-настоящему разработанные для домашних условий компьютера от Atari, многофункциональный для работы и достаточно простой для вашего ребенка. Сочиняйте музыку, пробуйте новейшие игры, разбирайтесь с финансами, все у вас под рукой. Откройте Atari и узнайте, как далеко вы можете зайти. Эй! Здесь кто-то есть? Инопланетянин. Видеоигра. Ух ты! Уже скоро от Atari. Видеоигра «Инопланетянин» позволит вам помочь идти добраться до дома. Но только если дома у вас есть игровая система Atari. Вместо того, чтобы сравнивать домашние компьютеры самим, мы спросили компьютеры, какой из них лучше на основе цены и памяти. Apple II предпочел Commodore 64. Мы спросили IBM, он тоже сказал, что Commodore 64. А затем и Radio Shack выбрал Commodore 64. Что нам нравится в наших конкурентах, это то, что они такие честные. Commodore 64. То, что вы не найдете и за двойную плату.